Дорогие друзья, в этом году, в этом уходящем году, мы с вами написали немало картин. И по сравнению с прошлым годом нас стало гораздо больше. Это, конечно, не может не радовать. Я благодарна вам, что вы со мной. Оставайтесь. Мы еще напишем с вами огромное множество картин, замечательных, красивых. И мне хотелось бы вам пожелать, пусть вдохновение чаще посещает от красоты, что мир так освещает. Звенит пусть колокольчиком всегда душа художника, творить зовет мечта. Работалось всегда, чтоб хорошо, а в сердце было и спокойно, и тепло. Всегда ценить любой короткий миг особого рассвета, первый робкий блик. Когда темно, чтоб видели душой работы замечательной, известности большой. Удачи вам в погоне за мечтой. Дорогие художники, желаю вам в наступающем 2022 году творческих успехов и вдохновения для новых, замечательных, удивительных, прекрасных картин. С Новым годом!